Российский рэп-исполнитель Денис Александрович Устименко Вайнштейн, более известный под сценическим именем Джиган, выступил с концертом на станции метро «Курская». Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. «Настало время чила», — говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, выступление состоялось благодаря совместному проекту «Музыка в метро» и «ВК-музыка», пишет телеграм-канал «Диптранс». В свою очередь российская певица Мария Богоявленская, известная под псевдонимом Мэри Гу, выступила с концертом на станции метро «Маяковская». На международном автовокзале «Северные ворота» появилась новая площадка проекта «Музыка в метро». В помещении поставили фортепиано, расписанное в стиле московского транспорта. Еще несколько площадок для выступлений артистов проекта «Музыка в метро» появятся на большой кольцевой линии. С декабря прошлого года музыканты дают концерты на 5 станциях БКК: Новаторская, Мичуринский проспект, Каховская, Кунцевская и проспект Вернадского. За это время там прошло уже свыше 3000 выступлений.